Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу вам показать свои покупки для рукоделия, которые я приобрела за прошлую неделю, а точнее за эти выходные, поскольку всю неделю я сидела с детьми, у меня дочка опять приболела, и на выходных вот у меня была вылазка в магазин, пока муж был дома. Собственно, с утра хотела снимать это видео на штатив, но куда-то я его благополучно засунула и не помню куда. Но это, наверное, проблема всех молодых мам, что вот куда-то все убирается, а куда вспомнить потом очень сложно. Ну и давайте начнем. Кстати, тут не все было куплено за выходные, что-то пришло с Китая. Вот конкретно вот эти вот рулончики, как это называется, фатин, да, пришли из Китая. Вот, давайте вот так, чтобы светлее было. Вот такие синий, голубой и белый. Это будет юбочка-пачка для моей дочки. Для Лерочки будет юбочка-пачка. Вот из таких трех рулончиков фатина. Так, давайте будем это все убирать куда-нибудь. Так, дальше. Я купила вот такую молнию под свой проект «Старый новый кардиган». Это разъемная молния. То есть я сегодня уже довязываю резинку одной полочки и сразу хочу пришить молнию, потому что сейчас края закручиваются и плохо видно. Ну, примерять тяжело, потому что они закручиваются, плохо видно размер. А я люблю сразу, чтобы было видно уже, что будет. Поэтому сразу приобрела молнию. Далее я немножко шью куколок, там такие какие-то простенькие вещи. Поэтому я купила себе вот такой кусочек ткани. Что-то он недорого стоил по распродаже. Поэтому я вот ткань для пичворка. Какой тут отрез? Сколько? 50 на 55 сантиметров. Ну, такой небольшой. Может, на куколку какую-то платьице мы сошьем. Может, куда-то в дело, как подкладочка для какой-нибудь сумочки, косметички пойдет. Детская, я Лере очень много сумочек, рюкзачков вижу. Так что пригодится в любом случае. Так, далее я совершила набег на фикс прайс. Так, фокус. Фокус. Давайте берем это, чтобы был фокус. И у нас в наш фикс прайс привезли вот такие вот ежедневники. Очень большой выбор, они всякие разные. Я взяла такой нейтральненькие узоры. Ну, мне очень нравится. Мне еще понравились цветы и узоры. Ну, взяла узоры, потому что много брать не хочу. Кладить их некуда. И вот такой вот ежедневничек. Буду записывать свои дедлайны по проектам. Потом к Пасхе уже у них продаются такие всякие ленты самоклеющиеся. Опять же, я не для яиц взяла, а для рукоделия куда-то что-то. Вот на платьице, куклам, игрушкам буду клеить. Такие они небольшие, вот они. С ладошкой длиной. Такие вот ленточки разноцветные, красивые, разных-разных цветов. Так. И, конечно, вот в экспрессе еще взяла вот такую корзинку. Ой, не хочет. Не хочет фокусироваться. Таких корзинок у меня уже много. Не будет фокусироваться. Таких корзиночек у меня уже много. Такая у меня есть беленькая, такая персиковая. И вот сейчас еще голубая. Вот именно такие мне очень нравятся. Они красивые, большие, удобные, с ручками. Я храню и блокноты в них, и пряжу, и все на свете храню. И под детские игрушки Леря покупала такую штучку. Именно вот такие. Там много разных. Но вот такие мне больше всего нравятся. И они, по-моему, стоят 53 рубля или 55 рублей. Что-то недорого. И вот давайте смотреть пряжу. Первая. Взяла свою любимую кроссбред Бразилии. Очень хотела взять ежевику цвет, но ежевику нигде не нашла. В интернет-магазинах также смотрела, нигде ежевику не нашла. И взяла вот такую. Это светлая фуксия. Взяла ее под проект. В скором времени покажу вам. Наверное, буду вязать
проект, ну, как бы отчеты о проекте выкладывать прям в форме видео, чтобы вы могли, если что, за мной следом вязать тоже. То есть отдельное видео на это сниму, сейчас не буду показывать, хотя уже эскиз нарисовала, но отдельно сниму. Вот таких я взяла три мотка, последних три. Надеюсь, мне хватит. Так, дальше взяла вот такую красивую пряжу Ализе Ангора Голд Пулу. Это, короче, ангора с пайетками. 215 метров в 50 граммах. Вот такую взяла один моток на какую-нибудь шапочку, беретик. Буду, наверное, снимать мастер-классы на шапочку, на шапочки, беретики. Хотя уже, наверное, сезон-то шапочек, беретиков прошел. Знаю, что ждете от меня пилотку для новичков. Я в процессе. Дети болеют уже, вот как с начала марта болеют. Поэтому пока, видите, с мастер-классами у меня не получается. Мастер-классы, конечно, будут, но чуть попозже. Так, следующее взяла свой любимый Ализе Кид Махер. Сейчас махеровые вещи в тренде, и поэтому беру. Таких, по-моему, три моточка я взяла. Что-нибудь свяжу, пока у них цена не сильно дорогая, потому что сами знаете сейчас, как цены на пряжу растут. Вот, поэтому в запас. Положу в запас. Вот так. Еще вот такой взяла. Милк Катон. Вообще он мне не очень нравится, но вот такой серенький цвет мужу на шапку я взяла. Он катышками покрывается, поэтому мне не нравится. Здесь 45 хлопок, 15 шелк, 40 акрил из молока. Сколько метраж? Сейчас попробую найти. В 50 граммах 150 метров. Вот единственный его минус, он так-то мягкий очень, но единственный минус, он покрывается катышками, но у меня муж ненавидит, когда колет, поэтому шерсть для него не вариант. А вот что нашла у нас, то и купила. Так, потом взяла мой любимый Нака Бомбина. 25 шерсть, 75 акрил, 50 граммах, 130 метров. Взяла его, буду вязать из него рукава на мой синий джемпер, который я показывала неоднократно уже в процессах. Вот на него буду вязать рукава из этого. Далее уже такая более летняя пряжа. Это лето от Color City. 75 хлопок, 25 микрофибра. И метраж тут большой. 50 граммах, 350 метров. 50 граммах. У меня такой цвет уже есть. Я взяла еще пару моточков под следующий проект, чтобы мне хватило. И последнее, что я взяла, тоже под проект, чтобы хватило. Это пихорка успешная. Цвет, так, по-моему, голубой, да? Цвет, ой, не знаю. Здесь, наверное. Голубой, да. В 50 граммах 220 метров. Это 100% мерсеризованный хлопок. Вот, собственно, на этом и все мои покупочки, которые я совершила. За эти выходные порадовала себя. Еще сделала небольшой заказ на сайте MyBobbin. Скоро придет, вам сразу покажу. Спасибо за внимание. Пока-пока.